Здравствуйте! Сегодня у нас краткий обзор чехла книжки для телефона Lenovo A916. Данная модель телефона является уже достаточно распространенной, которую многие покупают ввиду своей функциональности и низкой стоимости. И сталкиваются с проблемой подбора чехла, так как в магазинах в свободной продаже существует очень небольшое количество чехлов для данной модели. А универсальные чехлы либо подходят, но они немного великоваты, либо немного меньше, чем это хотелось бы, либо не совпадает отверстие камеры и тому подобное и так далее. Поэтому многие люди заказывают чехлы из Китая. Данный чехол в нашем обзоре также заказан с AliExpress, хотя его можно заказать в любом другом китайском интернет-магазине или на аукционе eBay. Давайте рассмотрим конкретный чехол, который нам пришел с AliExpress. Это чехол белого цвета. Бывает такой же точно чехол черного цвета. Вот он распакованный уже. Давайте откроем его. Вот такой чехольчик. Стекло органическое, конечно же, заклеено защитной пленочкой вместо телефона вложена вот такая прокладочка, сам чехол. Это не чисто белый чехол, он имеет небольшой такой вот кремовый оттенок с перламутром. Чехол имеет возможность установки для просмотра видео удобного. Отверстие под камеру, под динамик и под вспышку. То есть в точности повторяет модель, которая заявлена на упаковке A916. Вот такой замечательный чехол за очень небольшие деньги. Стекло и отверстие для пальца для удобства принятия или отклонения звонков. Давайте покажу вам его поближе. Вот такая у него текстура самого чехла и рисунка. Отверстие под кнопки управления. Вот так выглядит задняя часть пластикового чехла. Очень тоненький пластик и очень прочный и жесткий. Телефон держится очень хорошо. Сейчас мы это посмотрим. Давайте ставим телефон. Вот данный телефон. Давайте я сфокусирую камеру поближе. Вставляем телефон. Вставляется очень легко, но держится очень и очень прочно. То есть телефон достать каким-то образом случайным не удастся. И при этом чехол не сдавливает слишком сильно телефон, не нарушает никаких геометрических параметров, не давит слишком сильно на сам корпус телефона, не оставляет никаких следов при извлечении, что было проверено на другом черном телефоне. Очень удобный магнитный держатель. Удобно и так открывать, и вот так открывать. Не заламывается, не мешает ни в каком положении.
Для пальца весьма удобно управлять телефоном. Отверстие для фотоэлемента. То есть экран будет у вас потухать при поднесении к уху, то есть к голове, да? Для динамика. Вот такой чехол из Китая для данного телефона. Всем спасибо за внимание. Кому было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем всего доброго.